классный. Мам, Чебурашки! Чебурашки! Это попугай Кеша? Дюймовочка, смотри! Антошка, пойдем копать картошку. Это же трекинг-блог. Из корницы, из собачки, из варежки. Лиса, кто это? Корова! Оранжевая корова! Это папа из оранжевой коровы. Точно! Смешиваться будут краски. Разные цвета. Голубой, красный, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый. Вау. О, Алиса, ты их смешиваешь своими ногами. Молодец. Давай, давай. Вы в джунглях. Вон, мам. Под водопадом стоит. Не холодно там? Багира! Котёнок Гена нам машет! Привет! Привет, Гена! Сейчас будет шоу! Привет всем! Привет! Я вас не заметил сразу! Привет! Привет! А что-то вас не слышно совсем! Привет, говорю! Привет! Ой, или может быть вы меня не узнали, думаете, что это вам здороваться с незнакомым котом? Матроскин, мы тебя знаем. Спасибо большое, что вы меня знаете. Так приятно. Поднимай колени выше, чтобы бежать вперед. Да, 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 да. Прыгай, чтобы прогнать козябру. Прыгай, прыгай. Сейчас пчелы съедят. Маши руками. Надо активно прыгать! Вы победили! Сможешь пройти? Отлично! Смотрите, здесь нас ждут новые герои. Маша, Алиса. Вау! Вы знаете эти мультики, да? Что это за домик? А, тут машина. Вау! Надо записать видео, потом ты его увидишь на экране. Алиса появилась, да. Вот. Можно оживить мультяшек своих. Только надо сначала их раскрасить. Брала что-нибудь? Я хочу вот это. Я буду раскрашивать. Колючий кактус. Сейчас посмотрим, как он будет колоться. Алиса, твой Мишка ожил, передает тебе привет. Машет, смотри, точь-точь, как ты накрасила его, да? Точно такой же, Маша. Я тоже буду. Сейчас я ему сделаю бороду. Вот он, Алиса, на большом экране. Ловит рыбку. Ты нажала на рыбку, и он ловит рыбку. Пошел. Готово. Давайте класть. Ты так и накрасила, да? Смотри, там есть варианты, можно что-то нажать. О, ничего, не давай.
можно отдохнуть. Маш, ты рисуешь, а мы смотрим мультик. Давай. Тут еще зайчик. Спасибо. Маша дали интерактивную кисточку. Надели очки, теперь она будет ей рисовать. Да, я тоже хочу. Маш, куда ты машешь? Нам ничего не понятно, что ты делаешь. Лицо. Лошка. Так смешно получается. Рисует в воздухе, а появляется на экране. Я хотела сказать, Маша наколбасила, и Маша наколбасила. Зачем ты делала колбасу? На одолжение парка вниз по лестнице. Да, да, нам туда. Сюда, сюда. О, сладости раздают. Мороженое. Попали на планету. Железяка. Инопланетянской тарелке, да? Улетаешь? Пираты! Ой, ой, ой! Молодцы, давайте еще! Бросай! Молодец! Скорее! Со дорожки побежали. Да, туда, туда. Вау. Тут встречают, а? Какие-то герои мультфильма. Про Винни-Пуха здесь. Отлично. Теперь скажи, куда он отправился. Правильно. Сейчас Винни-Пух будет собирать мед, а мы ему поможем. Ладно, пчелок спасаем мед. В конце выйдем все кратко. Гони пчел! Еще гони его, кыш-кыш! Кыш-кыш! Сколько меда уже набрали, молодцы! Маша, Маша, посмотри, кажется, там вход в дом Винни-Пуха! Туда! Я за вами! Давайте, давайте, я за вами! О! Ну-ка! О, можно перекусить. Какие угощения у тебя здесь. Ягодки. А здесь что? Зайчик нас обслуживает. Спасибо. Забегай, посмотри. Да, это царство. Ой, и сама снежная королева.
Это Маша наша! Конечно, я! Здесь сядь, Саша Королева, я все посмотрела. Да? Не нашла? Теперь Алиса Снежная Королева. Будем править, пока нет главной Снежной Королевы. А вот она! Какие льдины замороженные! Не касайся, а то замерзнешь! Ты хочешь стать настоящей Снежной Королевой, да? А вот и Кай! Он дотронулся до льдины, и его сердце замерзло. Три девятое царство! Печка с дровами! Вот тут большие карандаши! Забор, а дальше? Да, отлично! Классно получается, разноцветное царство! И царь стал разноцветный! Ёжик, привет! Луна взошла! Собрала созвездие медведя! Опять попала в VR-реальность. Сказали, что тут будет Снежная Королева. Лиз, ты тоже полетишь? О, мы забрались на крышу Карлсона. О, привидение! Йоди с крыши! Воу! Маловат тебе? Да! Вон он летит! Привет! Собралась на самый верх! Медленная горка! Жулики, гони! Гони, гони! Кыш, 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 кыш. Щекотать можно. Щекотих, щекотих. Алиса нашла свою собственную крышу. Смотрите, какие тебя. Пряники. Пряник, девочка, пряник, волк, я его знаю, это мультик из моего детства. Кот Матроскин, это на память? О, Матроскин, привет! Что получилось? Класс! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Всем пока! Пока!